Несмотря на ряд громких коррупционных скандалов в системе Главного управления МВД России по Воронежской области, то ли связанных с приходом нового руководителя с октября прошлого года, генерал-лейтенанта полиции Михаила Бородина, то ли так сложилась оперативная обстановка по разработке сотрудниками ФСБ лиц, преступивших закон, однако полицейский главк в системе правоохранительных органов региона возглавляет рейтинг доверия населения. На вопрос от независимой Воронежской социологической службы «Ваше мнение», какие правоохранительные органы, на ваш взгляд, эффективнее защищают ваши права и обеспечивают безопасность, 36,5% взрослого населения Воронежа от 18 лет и старше ответили Министерство внутренних дел. Еще 24,5% на второе место поставили Федеральную службу войск Национальной гвардии, созданную в апреле 2016 года на основе внутренних войск МВД России. 9% отдали предпочтение Федеральной службе безопасности. 8% Федеральной службе судебных приставов. 7,5% прокуратуре. По 2% Следственному комитету и Федеральной службе исполнения наказаний. В то же время 32% опрошенных воронежцев затруднились что-либо ответить.